Привет, привет, дорогие друзья! С вами Елизавета. Наконец-то у нас выпал снежок. Скоро Новый год. Значит, пора готовиться к любимому празднику. С вами мы уже подготовили вот такие вот снежинки. Шестилучевые. Подготовили вот такую вот красивую открыточку. Сюрпризом. Открытка-рукавичка. А сегодня я вам расскажу, как изготовить самую пушистую снежинку. Снежинку-пушинку. Изготовление такой снежинки – занятие очень увлекательное, и поэтому время пролетит незаметно. Для изготовления белой снежинки нам нужно 2 листа офисной бумаги формата А4, а для изготовления комбинированной снежинки нам нужен лист голубого цвета, а другой лист белого цвета. Также нам нужны ножницы и клей. Из листа формата А4 получаем 3 квадратика. С другого листа получаем 2 квадратика. В итоге мы вырезаем 5 квадратиков. Из квадратиков мы получаем снежинки. Следующим образом. Берем квадратик, складываем его по диагонали. Затем еще раз складываем. Еще раз и еще раз. В итоге получаем такую фигуру и намечаем линию среза. Отрезаем. И затем мы такие делаем надрезы приблизительно по этим линиям. В итоге получаем вот такие вот перышки. Раскрываем их и получаем вот такую вот красоту. Затем формируем снежиночку. Следующим образом. На самую большую снежинку наклеиваем снежинку поменьше, затем самую маленькую. Переворачиваем. И с обратной стороны. То же самое. На большую наклеим маленькую и затем самую маленькую. В итоге получаем вот такую вот снежиночку. Такими снежиночками можно украсить любой интерьер. Всем огромное спасибо! Желаю всем праздничного настроения и приятного творчества. Пока-пока!